Так ловко управлять этой машиной в натуральную величину могут, наверное, лишь гонщики Формулы-1. А за пульт модели суперкара бесстрашно берутся еще совсем юные шумахеры, участники всероссийских соревнований по безопасности дорожного движения. Турнир для воспитанников центров детского технического творчества открылся на базе санатория «Жуковский». На 2 дня коридоры местного ДК превратились в миниатюрные автострады и улицы. Сегодня в Российской Федерации профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей уделяется большое внимание. И сегодняшнее мероприятие тоже нацелено на то, чтобы как можно меньше ребятишек пострадали в тех или иных трудных ситуациях, когда они переходят дорогу, когда они управляют мопедами, мотоциклами. В соревнованиях принимают участие 13 команд из Брянска, области, а также Челябинска и Воронежа. Турнир проходит в 3 этапа. Первый – теоретический экзамен по правилам дорожного движения, технике безопасности, оказанию первой медицинской помощи. На 15 вопросов нужно ответить за 15 минут. Во втором этапе участвуют автомоделисты. К соревнованию допускаются машины разных классов – от собранных своими руками до покупных. Третий этап – фигурное вождение мотоцикла. Проводится на специальной площадке, оборудованной разметкой и дорожными знаками. Алексей Гущин в таких соревнованиях участвует впервые. Признается, что вождение мотоцикла познавал сначала на практике, а теперь и в теории. В Жуковском профессиональном училище, где он учится, проводятся занятия по безопасности дорожного движения. Интерес вызывается тем, что получаем опыт. Получаем водительское удостоверение в будущем, чтобы выезжать на дорогу, ну, без всяких проблем. По итогам соревнований судьи должны определить лучшего знатока правил дорожного движения и лучшего водителя. Представители региональной госавтоинспекции говорят, что выявить абсолютного победителя будет не так просто. Сюда приехали победители на своих, как бы, территориях, в своих районах или в своих городах. Вот. И поэтому подготовка довольно-таки высокая, и судить очень легко, потому что... Ну, выполняет почти что без ошибок элемент. Кроме турнира автомоделистов и мотоциклистов, в Жуковском санатории пройдет также и конференция по безопасности дорожного движения. Педагоги центров технического творчества обсудят, как сделать работу по профилактике детского дорожного травматизма более результативной. Елена Смирнова, Сергей Ковач, события Жуковка.